Дорогие женщины, мамы, бабушки, дочери, подруги, коллеги, разрешите от имени всех мужчин Амурского района поздравить вас с Международным женским днем 8 марта. Карьера, семья, дом. Сегодня женщина блистает во всех сферах. И за какое бы дело она ни принималась, она всегда умеет оставаться настоящей женщиной, прекрасной, чуткой, великодушной. Мудрецы говорили, нет ничего проще, чем превратить обычную женщину в исключительную. Достаточно ее полюбить. Я желаю вам, милые женщины, быть исключительными, а значит любимыми. Здоровья вам, красоты, счастья и любви, мира и благополучия вашим семьям.